Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня у нас распаковка первого заказа из 12 каталога компании Oriflame. У меня получился очень большой заказ на 400 баллов. Первый заказ я отправила в воскресенье, а потом как начали сыпаться заказы, и достаточно крупные, поэтому в сумме получилось 400 баллов. Итак, приступаем к просмотру. Давайте сразу покажу, что мне прислали. Каталог номер 13. Я считаю, что это один из лучших каталогов нового года, текущего вернее года. Он просто невероятный, и уже есть обзор каталога на моем канале. Кто не смотрел, посмотрите обязательно. Тут просто мега скидки, классные акции и очень много интересного. Например, я для себя сразу отметила, что заказ будет большой, однозначно. Так, вкладывают заказ сейчас в такой каталог Mint and Mood с нашими аромамаслами. Не отказывайтесь, рассказывайте людям об этом удивительном продукте. Он просто уникальный, я сама пользуюсь, каждый день пользуюсь релаксом обязательно на ночь, чтобы расслабиться и спать хорошо. А остальные по мере необходимости: энергия, баланс или уверенность. Так, у меня в заказе огромная коробка, это моя любовь. Мне заказала уже, повторно кстати сделала заказ, клиентка, серия Novage Экологен. Правильно говорят, что мы сами больше всего любим, то у нас и заказывают, так и есть. И я всем рассказываю про экологен, потому что эта коллекция позволила мне просто сделать мою кожу лучше, намного лучше, и поддерживать ее в отличном состоянии. У нас изменился дизайн, если вы еще не видели, приходит в крафтовой коробке, и я это приветствую, мне очень нравится. Открою, а внутри красивая бумажечка. Слушайте, тут все запечатано, не буду открывать, потому что это для человека, я думаю, будет, ой, открыточка улетела, будет неприятно, если кто-то первый распакует. Поэтому внутри лежат 5 продуктов: очищение, сыворотка, крем для кожи вокруг глаз и крем дневной и ночной. Вот такие 5 продуктов. Пусть у нас тут стоит, радует. Потом открыточку достану. Wellness коктейль. Это ванильный, мой любимый вкус. И как вы, если кто-то смотрит мои видео, заметили, нет витаминов. Да, их действительно нет на складе. У меня подписка Life Plus. Что нужно сделать, если вы сейчас столкнулись с такой же ситуацией? Отправляйте заказ, вам придет только коктейль, а витамины встают в резерв. Они вам потом придут, чтобы не терять акцию. У меня, например, третий шаг. Четвертый же приходит бесплатно. Естественно, я не хочу от этого отказываться. И, кстати, можно заменить витамины на коктейль, суп или другой коктейль. Забыл, как называется. Так, вот такая у меня тут красота. Пусть рядышком стоят. Я потом покажу, что мне прислали на обзор. Клиентка одна у меня заказала Eclat Mon Parfum. Сейчас идет по акции этот чудесный аромат. Один, кстати, из моих любимчиков. С огромным удовольствием им пользуюсь. У этого аромата такой красивый шлейф, вот просто нереально. То есть он приятно пахнет постоянно, начиная с первого пшика, и весь день он раскрывается разными нотами и звучит очень красиво. И я держу рядом малыша, он идет в подарок при заказе основного аромата, что тоже считаю очень удобно. Основным ароматом мы пользуемся дома, а малыша мы носим с собой, чтобы освежить аромат и обновить его, я бы так сказала. Дальше у меня в заказе крем Королевский бархат, крем-бальзам, я бы так сказала. Это крем-бальзам. Сначала я 2 заказала, но потом я увидела, какие у меня огромные заказы, подумала, что я чуть попозже для себя закажу. Это под заказ для клиентки, она уже брала и сказала, что это один из лучших кремов, которые она пользовалась, и попросила как будет со скидкой сразу заказать. Так что заказали. Здесь 30 миллилитров. Его можно использовать как крем, под макияж чудесно, и как маску можно делать, то есть нанести чуть пожирнее слоем, а потом промокнуть, не смывать, а просто промокнуть, чтобы убрать лишнее. Хотя у меня такого не бывает, у меня все в кожу уходит. Так, не знаю, откуда ты с распродажи взяла вот такой крем цветочный. Мне нравится дизайн, и я беру такие красивые наши продукты на подарки.
То есть если я вижу что-то симпатичное, эксклюзивное, чего нет в каталоге, я все время беру разные подарки. Меня, кстати, недавно спрашивали, как я запоминаю, кому я что подарила. Я не знаю как, я просто помню, у меня не так уж и много клиентов, чтобы это забыть. И потом, даже если я повторюсь, например, повторно подарю крем, я думаю, ничего страшного, все равно это будет другая коллекция крема. Так, дальше у меня в заказе, сейчас я вам покажу. Так, вот так вот. Сначала так. У меня в заказе две помады, они сразу у меня улетели в первый заказ, и тушь я заказала, вот так, две помады Кушон, это новинка, кстати, чарующие розы уже нет на складе на нашем, уникальная помада, просто уникальная, ей настолько приятно пользоваться, и тоже есть обзоры у разных блогеров, уже все попробовали. Мне кажется, у всех восторг. Я не видела ни одного негативного отзыва. И еще интересно, что помада Кушон, она как тинт, то есть впитывается в губы, особенно яркие оттенки. Вот на светлые я так сильно этого не заметила. Когда я пробовала яркие, у меня потом губы были ярко-ярко малинового цвета. Это тоже очень круто. И она, самое главное, не сушит вообще губы. Даже когда я перепробовала 10 оттенков один за другим, обычно у меня уже на третий начинают сушить губы, я их смазываю смягчающим средством, то с этими помадами у меня вообще не было сухости. Заказала 3 продукта, а в результате такой вот аромат с жасмином All or Nothing Unique Accord за 199 рублей всего сейчас идет по акции, если на 990 рублей с определенных страничек. Я думаю, вы откроете каталог и посмотрите, какие странички участвуют в этой акции. А потом мне прилетели в заказ еще гора тушей, но уже без помады, и поэтому акция уже не прошла, потому что по условиям акции должна быть обязательно одна помада в заказе, чтобы получить аромат со скидкой. 5 тушей, 5 в одном, вы знаете, это всегда самая популярная у меня тушь, опять же, я ее сама люблю, она у меня сейчас на ресничках, именно эта тушь, и у нас их заказывают постоянно. И если человек видит, что со скидкой, у меня могут заказать сразу 3-4, а если очень большая скидка, бывало, что и 5 и 7 брали. И я когда спрашивала, куда так много, ну, говорит, мне парочку, маме, сестренке, подружке, вот и все. То есть всем прорекламировали, всем рассказали, и в результате такой получился заказ огромный. Со скидкой 50% я заказала пептиды. Вот этот продукт из серии Novage Procuticals я беру, мне кажется, уже несколько каталогов подряд со скидкой 50%. Я вижу нереально крутой эффект от этих ампул. Тоже у меня на канале есть обзор, я записала, как ими правильно пользоваться. И частый самый вопрос: можно ли пользоваться постоянно? Да, можно. Если финансы позволяют, можно делать перерыв, можно регулярно пользоваться, потому что у меня эффект был с первого раза. Я увидела сразу, как у меня выровнялась кожа на шее, то есть ушла дряблость, и в принципе вся кожа на ощупь стала очень плотная и упругая. Это очень здорово. Это такие приятные ощущения, когда уже отчаиваешься и думаешь, ну уже все, наверное, пришел тот самый возраст, когда уже не будут говорить, что тебе там 30 лет, нет, уже будут, да, определять, потому что шея, она в первую очередь выдает возраст. Поэтому этот продукт, он уникальный, просто уникальный. Сами попробуйте и будете всем рассказывать. Так, а здесь будут интересные такие продукты. 4 краски для волос. Угадайте, какой цвет? Конечно же, именно такой, которым я крашусь, 9.0. Почему-то все, когда видят меня, все до единого спрашивают, к чем ты красишь волосы? Я не знаю, может быть, как-то необыкновенно выглядит вот этот натуральный медовый оттенок, но нет никаких гарантий, что у каждого человека, кто будет использовать эту краску, получится именно такой цвет. Как вы сами понимаете, что одна и та же краска на всех будет выглядеть по-разному, как и помада. Один человек красит помаду, она смотрится яркой, на другом она нейтрально, в принципе, может выглядеть. Поэтому и также с ароматами, одному нравится, другому нет. Ну и вот с краской тоже получается, что мы не можем гарантировать, что будет именно такой цвет. Ну, рядом, близко будет, однозначно он будет не белым, не цветом, как вот вытравливают волосы, да, он будет
более натуральным, более такого пшеничного оттенка. Так, у меня тут, ой, я даже не знаю, придется нам всю коробку просто поднять и показать. Полная коробка, примерно штук 50, наверное, масок. Давайте я их просто достану по одной каждого вида, и мы посмотрим. Маски для волос, их есть всего у нас три вида: с манго. Почему их так много? На них огромная скидка, мне кажется, по 59 рублей их еще никогда не было. С манго, рекомендуется для окрашенных волос. Банановая, питательная, а с авокадо, по-моему, увлажняющая, для всех типов волос. Написано наносить на 5 минут и можно смывать. Я наношу не на 5 минут, я наношу и делаю тюрбан. Хожу 15-30 минут, вот сколько есть времени, столько я и хожу. Я увидела, что эффект лучше, когда маска дольше на волосах. Но даже если вы подержите ее 5 минут, эффект все равно будет очень классный. Маски хватает мне на мою длину на 2 раза. То есть я вот так вот распределяю маску, делю напополам, вот так сворачиваю и использую половинку. Вторую половинку или я использую в следующий раз, или использует дочка. Поэтому получается настолько выгодно и экономично, и самое главное — удобно. Не нужно, да, банку держать, особенно кто путешествует, девочки, берите с собой эту маску, она очень классная, и в дороге не займет много места. Если вы знаете, что едете на неделю, будете 2 раза мыть голову, то вам нужен один пакетик, и не нужно думать, куда переложить маску из большой банки или тащить целую банку, потому что без маски волосы все равно не будут так выглядеть хорошо. То есть нужен или бальзам, кондиционер, или маска. Редко у кого волосы настолько идеальные, что их можно просто помыть шампунем и ничего не делать. В общем-то, у меня в заказе мои маски примерно 20 штук и даже больше, и еще заказали клиенты тоже около 30 масок. Я точно не помню, но вот такой классный заказ. И у меня в заказе огромное количество таких наборов: наборы, зубные пасты и щетки. Обратите внимание, я вот сразу не посмотрела, оказывается, вот по акции идет на одной странице 2 зубные пасты и к ним мягкая щетка, на другой странице другие 2 и к ним средней жесткости щетка. Оказывается, нельзя выбрать зубные пасты, например, с одной страницы, а щетку взять с другой. Не проходит акция, чтобы они вышли набором по 259 рублей. Поэтому у меня произошло какое-то недопонимание, я невнимательно посмотрела, цены не посмотрела, и в результате у меня, по-моему, какие-то что-то прошло без скидки. Вот поэтому, когда будете набивать заказ, смотрите внимательно, не берите с меня пример. Вот, и там тоже очень много наборов: кто-то брал 3, кто-то 4, кто 2, кто-то 1. Я себе взяла, нам очень понравились щетки, мы уже начали пользоваться. Миша средней жесткости, я мягкую взяла, потому что я люблю мягкие щетки, но они классные, очень классные. И, по-моему, в этой коробке все, только маски и зубные пасты. А сейчас я вам покажу, что мне прислали в подарок. У меня здесь два набора тарелок. Один набор мы вот сюда положим, а один я открою. То есть все, кто делал заказ в прошлом каталоге на 50 баллов, в этом каталоге мы выкупаем тарелочки. Если их нет на складе, то вы их ставите в резерв, и как только они появятся, они вам придут по 149 рублей за один набор. Мы, кстати, вчера нашли картинку на AliExpress, точно такая же посуда. Я вам покажу, у меня сейчас уже весь набор собрался. Точно такая же посуда, и мы конкретно нашли пиалы со скидкой по акции. Одна пиала стоит 189 рублей. Одна. Да, я видела, что, по-моему, без скидки 360 или 320. Одна всего лишь. И чем мне нравится эта посуда, тоже писали разные комментарии, кто-то говорил, зачем она нужна, это же как-то дешево. Я не считаю, что это выглядит дешево, и эта посуда вписывается в любой абсолютно интерьер. Но мне очень понравилось ее свойство, особенно классно, когда достаешь из микроволновки, она, посуда, не нагревается, нагревается только еда.
потому что всю остальную посуду у нас есть очень красивые наборы, классная французская посуда, мне она очень нравится, но когда я достаю из микроволновки, мне обязательно нужно либо перчатки, либо ухватки брать, или полотенце, это не всегда удобно, и эту же посуду просто легко доставать. Почему у меня здесь не весь набор? Потому что дочка ушла на пикник и забрала с собой все. Вот она оставила мне буквально до салатники чашечку и одну тарелочку. То есть, я так понимаю, их там несколько человек, может быть трое, они ушли на пикник. Вот, она еще выпрашивала тарелки, но я почему-то не отдала ей, хотя можно было, у меня же два набора. Вот, что мне еще нравится? Посуда очень легкая. И она не скользкая, то есть она не как вот пластик, даже когда нам приходили наборы такие классные зеленые, ну вот они прям пластик-пластик и такие хрупкие. Мы даже получилось так, что я в одной тарелке с той коллекции зеленой отдала подруге какую-то еду, мы ей что-то готовили, я говорю, да забери прям в тарелке, потом вернешь. И она помыла в посудомоечной машине, и вся тарелка потрескалась, и короче она ее выкинула и сказала, извини, тарелки больше нет. Я говорю, ну ничего страшного, эту посуду мы уже мыли в посудомоечной машине, все отлично. И когда ко мне приходила гостья с малышкой маленькой, совсем прям полуторагодовасик, то я сразу достала чашечку, потому что малыши все время вот так делают, вот так, они могут уронить, и чтобы посуда не билась и была комфортно для малыша, стекло выскальзывает из маленьких ручек, то это было просто чудо, нам очень понравилось, мы так оценили, прям вау, классная посуда. Но весь набор вы можете собрать только если вы начали участвовать с первого каталога, то есть вы собрали чашечки, потом тарелочки, потом пиалы, и только всем, кто все три набора собрал, доступ есть к салатникам, салатника 2. Так, и это еще тоже не все, мне прислали на обзор как официальному обозревателю 4 продукта. Кто смотрел, когда я делала заказ, тот уже видел, что это новый аромат, который выйдет в 13 каталоге, и я с удовольствием его прямо сейчас вместе с вами продегустирую. Я люблю все новое. Аромат называется Эскиндант Интенс. До этого у нас были ароматы в этой серии, один голубой прозрачный такой легкий аромат, а второй был черный. Вот черный аромат у меня заказывали постоянно, у меня даже был постоянный клиент, который брал их чуть ли не каждый месяц, потому что аромат очень нравился, и просто вот потом что-то произошло в жизни, какие-то изменения, и молодой человек перешел на другой аромат. Ну интересно попробовать. Я, кстати, пробовала этот аромат в бизнес-центре из пробника, и он мне очень понравился сразу, но всегда из пробника и из оригинала ароматы немного разные. Надо дать ему раскрыться, немножечко поносить и попробовать на Михаиле. Потому что когда пахнет от мужчины, аромат смотрится вообще по-другому. Мне кажется, его полюбят, этот аромат выглядит круто. Я вот на просвет смотрю, и вот это как будто вишневый оттенок такой полупрозрачный, как будто бы вишневое вино. Класс. Так, далее оставим тут с коробочкой. Далее мне прислали серию Элио. Когда я увидела в каталоге эту красоту, я просто аж хрюкнула от счастья, потому что серию Элио обожаю всем сердцем, особенно масла. Вау, слушайте, теперь будут стеклянные флаконы, выглядит дорого. Нет колпачка, кстати, заметьте, у меня прошлое масло по высоте в ящике не проходило с колпачком, и все равно мне колпачок приходилось убирать. Слушайте, синий цвет — это значит ночное масло. Я хочу его понюхать и не хочу пока мазать руки. Аромат другой. У ночного масла, у прошлого был совсем другой аромат, значит полностью обновилась коллекция. И новая коллекция — шампунь и кондиционер для волос с дозаторами. Это, по-моему, замечательная новость, сногсшибательная. Что я вам хочу сказать, я попробую,
потому что здесь у нас в шампунь добавлены масла. Я попробую, потестирую, и потом запишем отдельный ролик на эту серию, чтобы вы могли получить уже мое полное впечатление. Ну, по крайней мере, от дизайна я уже в восторге. И один еще продукт остался, и это та-дам! Вот такая классная крутая косметичка. Сейчас я чуть-чуть себе место освобождаю, чтобы распаковать ее спокойно. Вы знаете, я когда еще не знала, что нам пришлют на обзор, я увидела сначала каталог, а потом начался, как открыли сайт, и я увидела, что он нам положит в заказ. И я, честно говоря, когда открыла каталог, сказала: ого, какая крутая косметичка! Она действительно крутая. Смотрите, у нее удобная форма, широкая, и у нее молния в две стороны раскрывается. Это тоже удобно, то что мы можем в любую сторону пустить молнию. И внутри сюрприз, смотрите, сколько тут всяких отсеков, я же этого не видела на картинке. Получается, у нас посередине вставка, и здесь под сеточкой все, и с этой стороны можно вот так вот карандаши, туши, зубные щетки, да, что-то положить. Здесь у нас косметичка прям такая полноценная на молнии, а с верхней стороны, там где крючок, вот так вот крючок, тут кармашки и еще одна молния. Сейчас мы посмотрим, что там внутри. Места не скажу, что очень много, но оно есть. То есть что удобно, мы единственное, что когда мы переворачиваем, то есть висит, неудобно брать вот отсюда будет, но сюда можно, например, ватные диски положить, и они не выскользнут. Что еще интересного, у этой косметички есть сюрприз, вот эта часть отлепляется, понимаете, да, что ее можно совсем убрать. О, какая же она классная. То есть вы, например, где-то едете, или у вас, да, поезд, или вы зашли в какой-то, не знаю, вы даже просто в гостиницу поселились, вы просто вешаете вот так на крючок, и вам не нужно все это выставлять, если даже нет места, а все хранится очень удобно. Слушайте, это классно, я так соскучилась по путешествиям, и просто у меня будет огромное удовольствие взять с собой в поездку эту косметичку, она очень классная. Я правда не помню ее стоимость, сколько будет в новом каталоге, но я думаю, мы все посмотрим, оценим. Она очень классная, и дизайн замечательный, такая нежная, женственная, девичья, не спутаешь, да, то что это наша, а не нашего мужа. Вау, классный обзор, классный заказ, очень всего много, я довольна. Но самое интересное, что я себе-то и ничего и не заказала, получается, только маски и зубные пасты. Ну, остальное все пришло мне на обзор. Ого, давно такого не было. Кстати, со следующего каталога я очень много для себя присмотрела, поэтому сейчас работаем с каталогом номер 12 активно, потому что он очень классный и крутой. И я думаю, что мы ненадолго прощаемся, потому что у меня уже еще прилетают заказы, пошла какая-то активность от клиентов. Я думаю, что вот эта смена сезонов с лета в осень, она все-таки провоцирует людей что-то обновлять, новые оттенки, новые цвета волос. Кстати, еще краски заказали темные, заказали тональные основы. В общем-то, заказ будет тоже, думаю, интересный. Спасибо вам огромное за внимание. Желаю вам всего самого классного, самого доброго и самых приятных впечатлений от продукции. И благодарных клиентов, которые также будут любить продукцию и получать от нее удовольствие. Всего доброго, пока-пока!